Добрый день, друзья! С вами снова Константин. Сегодня я прочитаю вам свои стихи, написанные за июнь месяц, за прошедший месяц. Прочитаю, конечно, на мой взгляд, лучшие, хотя на самом деле их написано на несколько порядков больше. Итак, стих первый. Запахи детства. Бабушка пахла коровой и парным молоком. Дедушка рыбой, обновой, яичиками. А потом детство пахло соляркой, сплавом, корой лисин, росной, рассветной рыбалкой на реке Баргузин, новой тетрадкой, мелом, чернилами и столовой, и загорелым телом, и бабушкиной коровой. В минуту отчаяния, горя, когда неизбежен конец, уже с судьбою не спорю. Я знаю, что мать и отец незримо стоят за плечами. И снова иду я вперед, бессонными часто ночами, я вижу ушедший мой род. Я знаю, что в этой цепочке я лишь звено на века, и рок не поставит нам точку, коль буду я помнить. Пока незримые вяжутся нити молитвами милых моих, забывшись, шепчу, позвонить, прочтить написан стих. Шуточные стихи. Что нас держит в этом мире? Я отвечу без труда. Если узко, а не шире, то, конечно же, еда. Съешь с десяток бус горячих, мир покажется иным, добрым, любящим и зрячим. Я навек останусь с ним. Шуточный рыбацкий стих. А рядом плавала акула, ловился окунь и треска, и облака текли понуро, роняя дождь на рыбака. Рыбацкого вам фарта, света, ловите много, и с душой снимайте ролики про лето, и про улов всегда большой. Торгуют книгами поэты, сам написал, сам продавай. Звучит, конечно, дико это, но рынок ведь, увы, не рай. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Воскликнул как-то русский гений. Как он был прав, ядрёна мать. По гамбургскому счету потребован расчет, распахнуты ворота, и нечет, а нечет. Лети, душа, свобода, не стоит горевать, осенняя погода оплачет, словно мать. Ты сделал все, что надо, и срок твой завершен. Что ж сердце-то не радо, ведь прошлое как сон, запутанный, забытый, из горечи утрат. Пора, прощайся с бытом, ты у небесных врат. Отчаяние, горечь и тихая грусть, что жизнь промелькнула, и вновь не вернусь, и больше не видеть мне милый простор Байкала, речушек и бархатных гор,
зеленым вблизи, синеватый вдали, не видеть глаза и, быть может, твои, не видеть, как в воздухе знойном стрекозы звенят, тропинки забыли, ты тропинки лесные, забыли ребят, с которыми бегал купаться в Байкал. Он тоже забыл, как в него я нырял, но я не забуду, и там за чертой шар солнца в тумане над милой рекой, крик чаек, кроншнепа, печальную речь. Уж вы постараетесь все это сберечь. Женщины леспромхоза. Они курили папиросы север, их лица задубели на ветру, но я беззаговорочно им верил и до сих пор, хотя давно живу. К баграм тяжелым их привыкли руки, к фуфайке тела, ноги к сапогам. Они в раю, там нет осенней муки, бараков нет, а есть там теплый храм. Бездетные они меня ласкали, дарили горсть подушечек конфет. Я помню их платки, большие шали. Теперь таких не носят, просто нет. И гладя мои волосы тяжелой рукой, они чуть напевали мне, расспрашивали про учебу в школу. Ведь жили мы тогда в одной стране. Я не забыл вас, женщины из детства. Я ваши помню, добрые сердца, и в памяти сажусь у вас погреться. И вы со мной до самого конца. Ну, друзья, прочитал вам свои новые стихи, написанные за июнь. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Я рад вам. Стараюсь отвечать на все ваши комментарии, на ваши вопросы. Спасибо за добрые отклики. Всего вам доброго. Удачи вам и здоровья, друзья.